еще проходы. Понял, иду. Я боюсь. Удачи. Угу. Ох, так. А, вот какой-то проход, что ли, да? Окей. Все норм? А я-то думал, те пилы были страшные. Да нормально, вроде бы. Пошлось. Что тут? Смотри, волки-великаны, Сколь и Хати. Точно, приносящие день и ночь. Рагнарёк начнется, когда они поймают солнце и луну. А Тюр знал о них? Возможно. Они ему нравились, растут вся стена в их изображениях. Солнце, полумесяц, луна. Так, ну что, можно пройти дальше, да? Вот так вот. Снова враги, наверное, сейчас какие-то вылезут. Разве тебе не нравится все это? Быть богом, находить приключения в новых мирах. Ну вот его как-то, да, никогда не тянуло. Может, мама хотела, чтобы мы немного развлеклись? Все, что мы видели и делали. Может, это ее подарок? Блин, как же тебя взять-то? Надо наверх куда-то. Не вижу очередной ловушки для... Витровхель? Может подняться на балкон для лучшего обзора? Согласен. Как ты это предлагаешь сделать? Здесь вот? Ну давай. Блин, ну какая же все-таки графоненькость, то есть... детализация. Вау. Что не говори, но сумасшедшее качество. Ну что? Достал! Оу. Come get me. Спасибо, Атри. Добивает он без клинков. Эх, ну ладно. Ну-ну-ну. Я притяну твою. Во. Хорошо, как сочетается все это. Шик, блядь. Что еще кошмар? Где на этот раз? Иди сюда. Oh.
Что еще там? Драугар, энергетическое оружие. Ну да, их попомним уже. Так, где-нибудь бы немножко... Ну ладно, можно и вручную, конечно. Пополнить здоровье. Зловещий кошмар. Эти кошмары могут нас немного ослепить. Я это думал, что хуже уже не было. А, вот, отлично. Так, ну вот, по идее. Что это? А, ну это цель. Ну, чтоб нам... Погоди. Тюра все, наверное, любили. Но он явно кого-то боялся. Одина, похож. Известно кого. Одина, и не зря. Смотри, ловушка для ветров. Да, ща выстрелю. Но ты сначала расшифруй вот это. А эти? Мысль быстрее ветра. Хм, может, это вовсе и не про скорость? Куда еще могут отправиться ветра? Подсказка для Рона: хранилище, мысль быстрее ветра. Здесь все распытывает наш разум. Так, и вот вопрос. Ну, как так? Так, погоди. То ли я сделал. Я вот, например, уже не уверен. А, ну то есть нам надо еще последний снять эту защиту, да? И можно идти. Последний, в смысле, самый этот. Вот этот радиус. Он же здесь крутится, да? Да. Нам просто нужно вот сюда его, да? Отлично. Пойдем. По идее, это все. Все остановилось. Ну и теперь уже можно крутить барабан. Рунный камень опускается. Что такое? Ловушка. Отец! Мальчик, уходи отсюда! Не уйду! Как тебя вытащить? Потяни цепи на стене! Но! Их тут три! Что мне делать? Атрей, соберись! Ты справишься! Поспеши! Я не знаю, могу ли я утонуть! Так, хоть и серебряный гонится за луной, сколь золотой гонится за солнцем. Когда они съедят солнце и луну, будет Рагнарёк. И тут все перепутано. Ты молодец. Луна налево, солнце направо, Мидгард посередке. Но какой рычаг тянуть? Средний рычаг. Средний рычаг. Левый. Средний рычаг. Надо по порядку. Луна слева, солнце справа, Мидгард посередине. Левый. Правый рычаг. Так, вроде вот так должно сработать. Луна слева, солнце справа, Мидгард в центре. Погоди. Левый. О, нет. Левый. Поднимай. Луна, Мидгард, солнце. Луна, Мидгард. Да. Луна, Мидгард, солнце. Луна, Мидгард, солнце. Поднимай. Правый. Получилось!
что-то. Не останавливается! Зачем эта большая цепь? Отец, над тобой! Мальчик, останови эту цепь! Как? Я не знаю. Я знаю, что делать. Ее нож? А как еще? Не вышло! Почему не вышло? Зато ты спасся. Это было умно. Спасибо, сын. Фух. Ну ладно. Пойдем же дальше. Вот это в стиле Кратоса. Руна у нас! Все получилось! Да, посмотрим, что приготовил для нас Тюр. О, нет! Защитная руна Фрей смылась. Что же делать? Продолжать путь. Да уж, теперь все в курсе, где мы. А? Вот она, мы ее нашли. Сын. Вот. В день, когда ты родился, я сделал два ножа, смешав металлы моей земли и этой страны. Один для себя, а другой для тебя, на будущее. Теперь ты готов. Я теперь мужчина? Как ты? Нет. Мы не смертные. Мы нечто большее. И ответственности на нас куда больше. И ты должен стать лучше меня. Ты понял? Отвечай. Я стану лучше. Сила оружия, любого оружия, идет отсюда. Но управляет им это самоконтроль, дисциплина того, кто им владеет. В этом заключается сила настоящего воина. Никогда не забывай. Ладно. Идем. Ух. Дрейва. Пусто. Стой! Руна, ты ее видел? Ты уверен? Уверен, точно! Хорошо, целься в лицо. Ух. Вот это здравствуйте. Вас два? Берегись сзади! О мой бог. Вот
вот это, конечно, круто, выбирать только цели. Вот это, конечно, шедевр, что они створили для топора. Ух. Ух, ладно. Что? Страшно? Собственно, как были два, так и остались. Чё уж. Ну-ка, а как вам такое? Восстанавливать здоровье как-то, да? Что ли? Нет.
меня все очень плохо. Как он восстанавливается? Просто по жизни он такой. Как же медленно у них уходит здоровье. Ребят, это просто ужас. Ох. Сзади! Да. Я хотел этого сначала зарядиться негде. Все очень плохо. Спасибо, Сэм. О мой бог. Кажется, с этим нужно клинки. Ты живой? Нет. Давай, всего лишь чуть-чуть осталось. Все. Невероятно. Ну и громадина. Ну мы же боги. Видал ей побольше. Жалкий тролль. Да-да, меня развернуло. В какой стороне песчаная чаша? Ярость стартера удерживать R2, чтобы накопить энергию и повысить мощность завершающего удара. Сильная. Руническая атака, L1, R2. Ярость стартера. Ух, знакомые слова, выражения. Как нам их не хватало. Инистый гринди. Инистый Гринди. Легендарное существо. Даже мама считала его мифом. Говорят, что он был самым сильным и грозным из всех каменных троллей. Имени Инистый у них удостаивается только самые почтенные и уважаемые воины. А теперь он мертв, и по делам нечего было нападать на нас. Пепельный Гринди. Наверное, он был братом того второго Гриндера, или прозвище Пепельный почетный титул, принятый огненных троллей. Как мало мы знаем об этих существах. Но, думаю, самое главное нам известно, все они хотят нас убить, а потому их надо убивать первыми. По крайней мере, так считает папа. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
7 уже троллей убито. Сколько их всего? 9, что ли? Или 7 их было всего? Да не, наверняка еще найдут. Ну да, мы их обоих уже прочитали. Так. Сейчас покинем. Тут просто кое-что осмотрим. И покинем. Рукоять для клинков. Угу. Ну давайте их поставим. Чё уж то. Так. Теперь можно уходить, да? Ну ладно, серебро так серебро. Ладно, пойдем отрой, действительно, уже все взяли, можно дальше идти. Йорф! Наша цель так близка. Сядь. Это вино с острова Лемнос, который недалеко от моей родины. Лемнос. За окончание пути. Можно? Пахнет тухлыми яйцами. Оно не скисло? Кто знает. Была почти улыбка со стороны Кратс. Отец, почему ты оставил родину? Это из-за тех других богов? Просто ты так ненавидишь богов? Но Тюр ведь был хороший. И ты тоже. Ты убивал только злых, да? Да. А вот только кто может об этом судить? Молчи, голова. Мы можем. Мы достойны. О, ты говоришь совсем как твой отец. Готов? Готов. Идем. А мне понравится быть богом. Фух. Что дальше? Идти к горе? Мы идем куда хотим. Делаем, что хотим. А теперь пойдем искать великанов. Да.
Узнав путевую руну Йотунхейма, мы можем вернуться к вратам на вершине горы и применить резец по назначению. На этот раз никто нам не помешает. Идем. Ну, да, вероятно. Ну что же, продолжим в следующей части. Блин, закручивается потихоньку все это. То есть потихоньку видно, как вот Рэй просыпается. Вот это вот то, что в Крадосе. Вот эти характеристики, качества. Круто, круто. Ну давайте тогда, до встречи в следующей части прохождения God of War.